Всем привет! Это снова я со своими бирюльками. Значит, ну что, купила я с учетом бонусов еще одну хотелку, но в золоте. То есть я немножко повторилась, но с голубым камнем. Этот топаз, который называется Sky, обрамлен в розовое золото. Значит, по стоимости оно мне вышло, с учетом всех моих там привилегий, в 15,70. Вот. Но меня прельстил, значит, во-первых, вид этого кольца, круглый камень. Мне идут круглые формы. Я, конечно, хотела в белом золоте, но Селяви это в белом не выпускают, видимо. Ну, может, и есть где-то крупные камни, но цена уже там совсем заоблачная. В Санлайте хоть это что-то реальное. Вот. Это как бы на такое более благородное дело, если идти. А вот. И каковы его показатели? Значит, произведено ООО «Яхонт», Московская область. Ну, я думаю, что это, наверное, какой-нибудь Таиланд. Ну, не буду врать. По весу написано, что топаз природный, он весит 6 карат. Вот. А золота тут немного, потому что всего кольцо весит 3,4. Как бы 3 грамма 4 десятых. Вот. Ну, я как бы, я хотела еще больше камень. Ну, в розовом цвете у меня как бы есть это серебряное кольцо. Да их, в общем-то, крупнее это я и не видела в Санлайте. Ну, а почему бы нет? В общем-то, и так хорошо, я думаю. Вот такой вот Sky топаз. Очень аккуратный. Даже на мой размер, который 20,5.